как в Ульяновской области развивается конкуренция, обсудили на прошедшем заседании профильного координационного совета. Главный документ по развитию конкуренции «Стандарт» был утвержден правительством Российской Федерации еще в 2015 году. Ульяновск приступил к его внедрению еще раньше, в 2014. Ответственность за его реализацию взяло на себя недавно созданное Министерство развития конкуренции и экономики. Обращаю внимание о том, что конкуренцией в широком смысле этого слова будем заниматься мы все, а не только министерство, не столько министерство конкуренции, а то сейчас вся сложность, скажешь, ну и хорошо, вот нашли, так сказать, там организацию, теперь пусть вот она и занимается. Нет, нет, еще раз повторяю, тем более, что стандарт развития конкуренции как раз и помогает нам всем в понимании. На мероприятии глава региона подписал соглашение о сотрудничестве с аналитическим центром при правительстве Российской Федерации. Мы в аналитическом центре 2015 года оцениваем все регионы, и у региона есть достаточно интересные практики, которые можно перенять. Это в части взаимодействия с муниципальными образованиями, это взаимодействие с бизнес-сообществом в том числе. То есть я думаю, что в целом регион очень продвинутый и в части развития конкуренции в том числе. Документ определяет приоритетные направления совместной работы на следующий год. В их числе поддержка моногородов, развитие высокотехнологических компаний и конкурентной политики. Это анализ, изучение международного опыта, который на сегодняшний день во всех перечисленных мной направлениях уже, безусловно, сформирован. И вопрос успешной адаптации использования в регионе, он один из ключевых. Привлечение международных экспертов, которые нам помогут пройти эту дорогу максимально быстро с учетом тех рисков, которые уже были, это второе важнейшее направление. Помимо сотрудничества с федеральными аналитиками, Минэкономразвитие займется формированием рейтинга муниципальных образований по развитию конкуренции. Районы будут оцениваться по тому, насколько предприниматели и сами жители удовлетворены конкурентной средой. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.